Сегодня очередная распаковка. Меч джедая. Ждал. Надеюсь, это оно. По всем признакам. Меч заказывал не себе, но я все равно буду открывать. Смотрим, что там, как оно все запаковано, что из себя представляет. Сейчас побегут мои дети и начнут требовать, чтобы им такой же купил. Не знаю. Стоит, не стоит оно того. Так. Что, первое впечатление, упаковка очень хорошая. Я имею в виду не вот этот целлофан, но то, что внутри там дальше идет. Сейчас я открываю. Да. Точно. Вот там. Так, упаковано оно. Очень здорово. Вот мечи. Ну, оно как бы два меча, но они два. О, в одном. Там еще свет меняется. Так. Такая эта штучка. Вот тут она. Интересно, батарейки. Батареек нет. Между собой оно соединяется. Здесь. И здесь. Что получилось? Вот так. Один меч. Так. Интересно. Опять эта система с батарейками не очень удобная. Не надо откручивать. Ладно. Так, ставил я тут три так называемых мизинчика к батарейке. Кнопочка. Нажимаешь. Вот, выключил. Я сразу выключил. Тут несколько режимов. Вот он тут рычит. Красный свет. Там рычит вот такой свет. Ну, со звуками-то все, конечно. Довольно красиво. Просто без звука. Переменные цвета. Разные. Красиво? Да. Ой, что такое? Это что? Это меч джедая. Все, выключите. Так вот он. Это наш? Так, вот мира. Батарейки. Три мизинчиковых. Вытащил полную тушку, так сказать. Сейчас включу Бобби. Один рычит, другой включит тоже, чтобы рычал. Вот. Такой вот он. Если его сложить, он складывается довольно хорошо. Так, стоил 12 долларов, кстати. Если заставка, доставка по СДЭП. Ну, мне что-то не понравилось, что это очень долго доставалось. Доставляли. И, кстати, до сих пор написано, что он в Пензе. Через Пензу шел. Сейчас. Вот. Сейчас я разберу. О, как. Все решу, и что это пишет. Вот. Опа, вот он одиночный. Такой он позеленел. Он сам по себе, что ли? Я не очень среди. А, режим не разобрался. Какой-то режим есть. Где он сам по себе меняет цвета. Такие звуки. В темноте, наверное, будет красиво. Ага, вот он. Зелененький. Сейчас я выключу один, потом. Выключаюсь. Вот, сейчас на примере одного поработаем. Так, первое нажатие. Что у нас рычит? Красным светом горит. Булькает там что-то, да, пить? Ну, что-то он так. Второй раз что будет. Второй раз. Вот так вот он переливается, интересно. Тоже рычит, переливается. Третий раз. Третий раз он меняет произвольные цвета. Тоже довольно красиво. И сейчас он вот еще раз нажму, он выключится со звуком. Все. Война закончена, да? Так, тут я нашел еще одну такую штучку. Сейчас. Ладно, и вот. Когда там переключаешь на потолке, вот так вот мерцает. Ну, просто у нас сейчас везде светло, вот темную ванну зашел. Вот довольно-таки вот она вот красивая. Такие узорчатые. Хм. В темноте это классно. Ну а сейчас полярный день начинается, уже все светло. Вот.
выключили. Включаем данный такой. Красный. Это просто красный. Вот такая абракадабра. Это я так показываю. Вот дети уже просят этот меч. Не знаю. Так, нужен он им, не нужен. Все. Подписывайтесь, ставьте лайки.